Здравствуйте, мои дорогие! И я объявляю конкурс, предновогодний конкурс на своем канале. Будет один победитель. Мы сделали с магазином все на местах, интернет-магазином все на местах. Внизу ссылочку на этот магазин обязательно оставлю. Сделали такой вот конкурс. И получит подарок одна подписчица. Они любезно предоставили два продукта, которые вот получит счастливая обладательница этих продуктов, о каких сейчас расскажу. Первый – это такая вот замечательная подставочка для косметики. Я думаю, что она всегда будет нужна, всегда найдется, что в нее поставить, потому что мы девушки, безумные любители косметики, а я думаю, что те, кто меня смотрит, у вас очень уже много косметики, и я думаю, что это очень пригодится этот момент. Это вещица для вашей косметики, чтобы систематизировать ее хранение, поставить сюда самые нужные, самые часто используемые продукты. Тут есть отделение и для помад, и для, в общем, для всего. Тут она довольно-таки огромная, специально такую большую выбрала, чтобы у вас была возможность все-все-все самое нужное и самое часто пользуемое поставить сюда. Вот. И следующий подарочек – это такой вот универсальный органайзер. Я не буду его показывать, вы можете посмотреть, как он выглядит на сайте. Универсальный органайзер «Горький шоколад». Он такого довольно-таки большого размера, и половина из него являются квадратные ячейки, а половина прямоугольная. Посмотрите на сайте, я, возможно, ссылочки скину всех этих подарков. Я просто не стала распаковывать такую красивую с бечевочкой упаковочку. Вот, и задание. Я думаю, что я буду сама выбирать победительницу. Не хочется мне уж так совсем отстраняться и путем случайных чисел генерировать результат. Поэтому я думаю, что я прочитаю все ваши комментарии и выберу один. Опять буду мучиться, как в прошлом конкурсе, выбирать самый лучший. Я думаю, что вы все отличные комментарии напишите и все хотите получить такой вот прекрасный, очень нужный для девушки подарок. Задание звучит так. Я так подумала, чтобы вам такое вот задать, чтобы вы пофантазировали на тему. Я подумала, так как если эти все продукты являются для дома, для хранения вещей в доме, для оптимизации пространства, напишите, что для вас дом. То есть вот кто-то любит, например, находиться на работе и домой приходит только спать. Кто-то находиться очень любит, наоборот, дом, потому что дом – это моя крепость. Вот напишите, что для вас ваш дом. И, наверное, вот какое-то такое задание. Поразмышляйте, может быть, что куда вы поставите эти вещи, что вы в них положите. Ну, понятно, что это будет косметика в любом случае. Возможно, эту вещицу вы приспособите, этот органайзер, для чего-то другого. Вот пофантазируйте на тему, что для вас дом. Может быть, у вас проснутся какие-нибудь такие теплые чувства, и вы захотите что-нибудь переделать в лучшую сторону в вашем доме. Потому что всегда нет предела совершенства, я постоянно хочу сделать ремонт, хотя, в принципе, меня все устраивает, но если я начинаю задумываться, а вот эту вещь я хочу, вот эту хочу, и под это надо переделать обои, переклеить все это. Вот, пофантазируйте, будем на эту тему, наверное, да, думать, что для вас дом. Лично для меня дом – это конкретно моя крепость. Это то место, где я чувствую себя хорошо, то место, где меня всегда поддерживают, то место, где меня любят, и то место, где я расслабляюсь. Как говорится, дома и стены лечат, и действительно, если болеешь, то лучше болеть дома. Вот, это все задание, это все видео, я жду ваших комментариев, я буду очень мучиться, я это знаю, выбираю лучшее, я знаю, что вы все отличные комментарии напишите, но я надеюсь, что, по крайней мере, я почитаю, что для вас дом, может быть, что-то для себя такое вынесу интересное. Все, всем спасибо за внимание, оставляйте комментарии, обязательно участвуйте в конкурсе, все правила конкурса будут написаны под видео. Я думаю, что конкурс будет как-то, как обычно, по России, но если мне какой-то комментарий из-за рубежа, например, понравится, возможно, я и туда вышлю этот подарочек, посмотрим. Вот, вы должны быть моим подписчиком, поставить лайк этому видео, и рамки конкурса, я думаю, ограничу неделей, и внизу будет написана дата, по какое этот конкурс идет. Все, всем удачи, и спасибо, что вы меня смотрите, и всем пока-пока.